В этом году 1 миллион паломников смогут поехать на хадж. Это около 40% от количества совершавших паломничество в прежние года. Об этом сообщил министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов. Какую квоту получит Российская Федерация, пока неизвестно. Вместе с тем, Саудовская Аравия установила ряд обязательных требований для паломников. Возраст моложе 65 лет и наличие прививки от COVID-19, одобренной Минздравом королевства и отрицательный ПЦР-тест.